Свыше 700 мигрантов высадились на итальянский остров Лампедуза за последние сутки. Большая часть из них прибыла на рыбацкой лодке из Ливии. На борту судна находились выходцы из африканских стран, а также Бангладеш. Среди них немало женщин и детей. Центр по приему мигрантов на самом южном острове Италии уже переполнен. Он рассчитан на 250 человек, но в нем находятся свыше 1000 нелегальных переселенцев. После медицинского обследования и карантина людей перевезут на материк. Власти Италии вновь призывают страны ЕС к более тесному сотрудничеству для решения проблем миграционного кризиса. В текущем году в Италию по Средиземному морю нелегально прибыли почти 45 тысяч мигрантов, в два раза больше, чем в прошлом году. Всего с начала года до Европы таким путем добрались около 73 тысяч человек. Еще 5 тысяч пересекли наземные границы. По оценкам ООН, в пути погибли свыше 1200 человек. На этом фоне школьники из 20 европейских стран и представители международных организаций готовятся к проведению на острове Лампедуза четырехдневной акции, призванной напомнить о трагедии, произошедшей здесь 3 октября 2013 года, когда 368 мигрантов погибли в результате кораблекрушения. Организаторы уверены, что прибрежные государства не могут в одиночку нести на себе бремя помощи мигрантам и должны получать больше поддержки со стороны Брюсселя.